Всем доброго времени суток, всем привет, с вами Анатолий, вы на канале Домовенок. Итак, ребята, играем в такую интересную игру. Игра реально интересная, прикольная. Здесь танки, самолеты, вертолеты. То есть и корабли. Так, надпись такая красивая. 2020. Так, заходим в бой. Да, скидки в игре. Так. Бой. Да, тут разнообразие. Тут можно и на кораблях поиграть, на самолетах, на танках. И всего игра весит, так, 40 гигов. Нет, сама игра весит 11 или 12 гигов. Плюс, если дополнение, тут графику все установить, то у меня вот 40 гигов весит она. Все вместе тут графика. Вот смотрите, как у меня сейчас графика стоит. Максим, может кино поставить, применить. Так, бой заходит 40 уже минут. Блин, секунд. Минуту где-то заходит бой. Так. Танковые аркадные бои. Так. И куда нас занесло? Снег кругом будет сейчас. На такой карте я первый раз играю. Снег как красиво летит. Так, а точки у нас вон одна. Ну, я думаю, вот сюда поедем сейчас мы. Потому что тут сверху хорошо стрелять будет. Хотя можно... Да, и сверху-то прикольно стрелять. Да, ну смотрите. Так, ладно. Уйдем отсюда. Куда я задумал, туда надо идти. Блин. Тебе, наверное, я зря себе пишу, но все же. Так, это чат. Так, это понятно, что надо захватывать точку.
Так, а ну-ка. Вот кино, да? График у нас. А вот. Так. Максимум. Одинаково, нет? Так, вот так, да? А теперь кино. Настройки. Кино. Применить. Вроде бы одинаково. Ничего такого. Где потом кино, что это такое, я не знаю. Давай на максимум пускай. Максимум. Так же вроде смотри. Что кино, что максимум. Одинаково. Также и снег идет. Так, я тут все сейчас проворонил. Так, вон там мы залезли туда. Так, ну-ка, во. Вот где хороший надо. Правда, ничего не видно. Так, видно. Да, я в этой игре просто нуб пока. Так как я играю это вторую, третий раз. Блин. Ю. Так. Ну.
Бой. Да, но мне вот на самолетах интересно. Ну все же, поиграем и на танках тоже. Тут видите, вроде бы танк, да? Забор не может сломать. Потом дерево, допустим, вот это. Ну, допустим. Посмотрите. Ну, есть такие, которые, блин, не могут сломать. Потом метод еще. Ну что-то я ничего не делаю. Награды еще какие-то получили. Так, распределить. Окей. Что мы тут взяли? Что распределяли? Так, ладно. Посмотрели графику такую. Посмотрели, что за игра такая. Кто играет в эту игру, тот знает, что за игра. А вот кто первый раз играет, или кто хочет играть, тому интересно. Ну, ребят, всем пока, всем удачи. С вами был Анатолий, вы были на канале Домовенок. Если что не так, пишите всегда в комменты, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. На канале у меня будут разные игры. Всем пока. С наступающим Новым годом вас!